Привет, друзья! Вы на канале Кефир, а с вами Роман. Сегодня отправимся в солнечную Грецию и приготовим их классическое блюдо – греческий салат. Погнали! Как вы все знаете, рецепт греческого салата прост до безобразия. Нам понадобятся вкусные сочные томаты. Все режется большими кусками. Греки еще те лентяи. Они максимально крупно режут все овощи. Перчик почистили и тоже режем его довольно-таки крупными кусочками. Салат очень быстро готовится, очень простой, но обалденно вкусный. Чем-то напоминает наши добрые летние дачные салаты. В Греции чистят шкурку. Мы ее полностью щищать не будем. Режем наш огурец. Все, огурцы готовы. Отправляем к нашему салату. Так, теперь очередь лука. Лук советую брать именно красный. И вкус у него не такой ядреный. Лук добавили. Самое время сделать соус к нашему салату. Что нам понадобится для соуса? Хорошее оливковое масло первого отжима, нерафинированное обязательно. Здесь у меня сушеное орегано. Очень классно подходит к салату. Добавлю, наверное, 2 чайные ложечки. По-нашему, по-русскому орегано называется душица. Всем знакомая травка. И для пикантности вкуса давай немножко лимона. В Греции, знаю, добавляют бальзамический уксус. Теперь хорошенько перемешиваем. Заправка наша готова и отправляем ее в наш салатик. Теперь все аккуратненько перемешиваем. Так, ну и, конечно же, добавляем оливки. Так, по вкусу немножко солим. Так, салатик готов. Спросите, почему я не добавил сыра? Сейчас я вам расскажу. В Греции, когда был, увидел, как подают этот салат. Сначала был удивлен. Сыр был не порезан. То есть мы режем на кубики и добавляем в салат, а у них нет. Сейчас покажу, как подают это в Греции. Теперь смотрите, как делают в Греции. Берут пласт сыра фета, разрезают его пополам. И вот так. И аккуратненько выкладывают на салатик. Берут немножко орегано. Посыпают сыр орегано сушеным. И тоненькой струйкой сверху немножко оливкового масла. Смотрите, какая красота у нас получилась. Витаминки, овощи, сыр фета. Нужно обязательно попробовать. Орегано. Прям то, что нужно для этого салата. Кусочек сыра. Вкусно. Настолько вкусно, что все пытаются проникнуть нам в студию. Салат однозначно в копилку. Летний, легкий, овощной. Сыр, орегано. Добавляют пикантность и разбавляют обычный вкус наших овощей. Если понравился рецепт, ставьте лайк. Не понравился, дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!